Всем привет, меня зовут космонавтик Санька, и сегодня у нас приключение. Лунтик будет пинать красный шарик прямо далеко-далеко, чтобы он прыгал. Ну что ж, давай, Лунтик, удар! Так, и вот наш шарик полетел, отправился в прыжки, скажем так. Так, мы прошли тут первый уровень, просто нужно было докатиться. Теперь мы можем нажимать тут разные кнопочки. Так, и что? Все. Начали мы с вами путешествие красного шарика в этом мире. Так, вот эта штучка. Мы тебя просто так перекатимся сейчас. Нет, 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 ты нас не раздавишь, потому что красный шарик у нас. Оп. Так, отлично, мы прошли этот уровень. Он не был настолько тяжелым. Но это нормально, нормально. Так, смотрите, написано опасность. Нас тут какие-то шипы, которые могут причинить нам вред. Так, мы доберемся до этого флажка. Сейчас успеем допрыгнуть? Нет, не успели. Так, ну, да еще раз пройдем. Хорошо, что я не упал, потому что все происходит у нас в каких-то облаках. А судя по всему, высота здесь очень большая. И упасть составляет некую проблему для красного шарика. Так, а ну-ка, давай-ка ты сейчас у нас допрыгнешь хорошо. И не будет никаких проблем. Ух ты, быстрее, быстрее, ходимся, ходимся. Ой-ой-ой, сейчас падать. Ой, как это было опасно, ребят. Так, вопросик какой-то. Ого, ну это да, это да. Это меня обманули. Так, а что, два раза, что ли? А ну-ка, прыжочек. Так, топоры. Воу. Воу, еще один топор. Ничего себе. Ха. Ну это было жестко, да. Так, что это у нас здесь? А, то есть мы открыли дверь. Теперь вынестись. Что? Что же здесь произошло? Хоп. То есть нужно это сделать в такой последовательности, чтобы вместе с этим подпрыгнуть одновременно. Вот, смотрите, как высоко. Отлично. Шестой уровень у нас. Теперь катимся. Так, вот здесь будет не так уж и просто. Не так уж. Вот, отлично. Так, что же здесь? Вот они начинают падать. Конечно, они начинают падать. Обязательно. Так, тут опять не вышло. Сейчас мы с вами... Хоп. Отлично, отлично. Так, вот здесь тоже нужно быть очень аккуратным. А, вот так как можно дальше летим с вами. Так, флажок. Лучше я возьму этот флажок, то мало ли еще не получится что-то. А нам нужно пройти. Так, только я вон там ничего не сделал. Вот оно как. Все устроено. Так, можем просто зажать кнопочку, и он перепрыгнет вообще куда только это возможно. Седьмой уровень. Ого. Так, эта штучка меня немножко подбросила. Дала, скажем так, прыжок. Ух ты, какие-то тут шипы. А как же их... А, их, в принципе, можно перепрыгнуть на той веревочке. Так. И как же мы... Вот, отлично. Хорошенько мы с вами перепрыгнули. Так, ну эту штучку мы сейчас пройдем. Какие-то ступеньки у нас опять, трамплины. Оп. Ничего себе, как высоко подпрыгнули. Что я делаю? Ну туда не так уж легко. Давай я сначала на левый флажок. На левый флажок надо было вначале. Ну ладно. Так, что за падение у нас происходит? Фух, еле чуть пронесло нас. Серьезно, так бы у нас и могло ничего не получиться. Вроде не сложный уровень, но просто шарик так прыгает неудобно. Он еще, наверное, не развил в себе этой моторики. Какой-то это у нас не прожить. Нет, ну вы представляете себе? Что-то он не хочет, не хочет. Так, последний раз пытаюсь вот сейчас. Так, а ну-ка. Ну, остается же чуть-чуть. Давай, 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 катись. Фу, хорошо. Так, вот здесь у нас что-то постоянно не выходит. Вот здесь нужно быть предельно осторожным. Фу,
Ну хотя бы сюда допрыгнули. Так. Флажок уже имеется. Эх, да как нам туда добраться? Вот, ничего себе, как же мы высоко. И не перелетели, вы серьезно? Серьезно, вы просто не перелетели. Так, я понял, то есть нужно до конца у нас кнопочку нажимать. Хотя, давайте налево. Может здесь что-нибудь интересное у нас найдется. Так, давай запрыгиваем выше. И покатился. Так, здесь вот эти ящики. Как мне? Нужно столкнуть. Вот. Отлично. Так мы могли все равно эту стену перепрыгнуть-то. Не страшно. Ну вот это как всегда. Как всегда у нас падение. Ой-ой-ой-ой-ой. Давай-давай-давай. Как мне успеть? Так, а тут, в принципе, можем вот так просто пройти и все. И перепрыгнуть тоже мы могли вначале. Так, вот это нехорошо, нехорошо. Ух. Так, быстрее, быстрее, давай на платформочку. И вот до этого флажка, отлично. Еще очередной крутой уровень. Так. Покатился, покатился красный шарик. Ой, как полетел. Фух. Так, вот тут нужно быть. На машину, давай, на машину, быстрее завись. Поехали, поехали. Вот это гонка, классно, смотрите, как полетел. Так, только с машины не вылетай, нет. Вот за что я и говорил. То есть разгоняться лучше сильно не надо. Так, давай потормозим машинку. Хотя бы какую-то крышу сделали, а то руль есть, все есть, а вот крыши нет. И как будто. Так, отлично. Ну все, мы здесь прошли. А флажок? Флажок нужно же поднять. Ни в коем случае нельзя его пропускать. Потому что он даст нам возможность нам перейти на более сложный уровень. Ой. Хорошо. Так, вот это. И как это работает? Так, то есть нужно взять разгон. Оп. Оп. Она пропадает. Вот как же так аккуратно нужно пройти этот уровень, чтобы мы тут никак не натворили чудес. А если я просто упаду? Некуда падать. Некуда, некуда. Ладно, давайте подождем. Оп. Эх, чуть-чуть нам не хватило. Ну что такое? Ну. Так, почему такой маленький прыжок, шарик? Ты что, ты же какой-то резиновый или с чего-то сделан? Я не знаю. А вот так вот мы будем прыгать. Как? Я же не достал. Почему? Да, сложно, сложно. Так.